Инновации все больше проникают в сферу образования. Варнинский университет менеджмента, одна из крупнейших бизнес-школ Болгарии, объявила представление 10 стипендий в биткоинах студентам, подавших заявки на выплату стипендий в криптовалюте. Каждому будет выделена сумма, эквивалентная 1000 евро. Администрация университета заявила: «Биткоин дает большие возможности для развития инноваций, и мы хотим, чтобы наши студенты принимали участие в цифровой революции. Криптовалюта способна создать совершенно новую отрасль и тысячи новых рабочих мест в нашем городе и Болгарии в целом».